Как сообщает сайт администрации города-курорта, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на более чем 2% в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. Повышение касается более 52 тысяч анапчан, включая 2,5 получателей социальной пенсии. Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются государственные пенсии военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других категорий населения. В Краснодарском крае средний размер социальной пенсии после повышения составил 8504 рубля, а средний размер социальной пенсии детям инвалидам и инвалидам с детства первой группы вырастет до 12 432 рублей. Средние размеры пенсии граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы или участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации станут 27 621 рубль и 33 826 рублей соответственно. Олеся Давыдова, Виталий Кущ, 39 канал.